Приветствую, друзья. Вот есть такие разгрузочные действия, как слезы, например, как дергаться, как зевать, допустим, как подремать и как выспаться. Это разгрузочные действия. Но очень часто, когда у человека стресс, вместе со стрессом выскакивает инстинктивно система комплексной защиты, созданная веками эволюции развития человеческого организма и его психики, вот выскакивает вместе со стрессом защита в виде слез разгрузочных, в виде нервных тиков каких-то, в виде дрожания, в виде тряски, в виде вибраций каких-то в теле. Но люди часто этого не знают и начинают относиться к этому с минусом. Ну, с этим отношением, ну, например, заплакала дама, и сразу чувствует, что ей плохо, а ей еще хуже от этого становится. А если бы она чувствовала, что ей от этого потом будет хорошо, то есть положительно бы к этому относилась с плюсом, то это же самое разгрузочное действие совершенно по-другому приносит качественный результат. И так во всем. Друзья, когда мы попадаем в стрессовое состояние, или когда нас гложет какое-то тоскливое состояние, или депрессия, или чувство какого-то одиночества, вместе с этим выскакивают вот эти защитные реакции. Да, при высоких нервных напряжениях возникают какие-то тики, какие-то вибрации, какие-то дрожания, какие-то ощущения болевые. Это все защитные сигнальные реакции. Надо к ним относиться правильно, и тогда они работают позитивно, потому что они природы для того и созданы, чтобы нам помогать. Наше невежество в этом как раз-таки нам мешает, потому что нас со школы этому не учили. Вот если бы нас учили с детства, как чистить зубы и мыть руки, вот этому подходу, к этим реакциям, которые кажутся сначала негативными, а на самом деле, я потом объясню на нашем вебинаре, который мы будем проводить с Шейлой, почему эти эмоции называются негативными? Да, и как освободиться от негативных эмоций, например, от чувства обиды, от чувства вины? Как освободиться от тех чувств, которые нас гложат? А на самом-то деле они работают для того, чтобы нам помочь, а мы неправильно к этому относимся, чтобы к этому относиться правильно, извлекать из этого оздоровительную пользу, и чтобы после этого вебинара решать все проблемы, которые возникают в жизни, и в плане здоровья, и решения любых вопросов, чтобы лучше решать. Так вот, надо пройти через нулевое состояние, там, где происходит перезагрузка. Да, у нас по методу ключ это нулевое состояние достигается очень быстро путем подбора действий, синхронных текущему состоянию в моменте. И вот это все получите на вебинаре. Получите и будете пользоваться всю жизнь. До встречи, друзья!